Сегодня на площади памяти прошел гарнизонный развод личного состава ОМВД России по Ноябрьску. Одних стражей порядка в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых, другим присвоили новые звания. Они хорошо несли свою службу и заслужили повышение. Сегодня на гарнизонном разводе четверым сотрудникам полиции присвоены очередные звания и вручены погоны. В строю трое полицейских, которым в ближайшие полгода предстоит провести в Северокавказском регионе. На дорожку напутственные слова. Пожелание наше одно. С честью выполнить поставленную задачу, проявить свой профессионализм и, главное, живыми, здоровыми вернуться на родину. Капитана полиции Ирину Чурилову и старшего прапорщика Валентину Зубицкую в торжественной обстановке с цветами и подарками проводили на заслуженный отдых. Благодарственные письма от правоохранителей получили и двое обычных жителей города, которые благодаря своей активной гражданской позиции и неравнодушию к чужой беде помогли раскрыть тяжкие и особо тяжкие преступления. Сотрудник службы безопасности одного из городских банков Павел Велев с ОВД сотрудничает не в первый раз, и награда эта уже вторая. Видео с банкоматов, так как приходит, часто вот кражи случаются с карточек, и мне приходится предоставлять эти видео сотрудникам полиции для раскрытия преступлений, для того, чтобы они могли видеть, кто был преступником. Марш! Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города.